Эй, хочешь попасть в начало видоса, как это сделали вот эти ребята? Тогда скорее ставь лайк и пиши крутой комментарий. Вдруг уже в следующем видосе будешь именно ты королем комментариев. Хей, здорово, чуваки, с вами, как обычно, я, Райлюха, и добро пожаловать обратно на видосик по игрушке GTA 5 на экспериментик с большой лужей, ребята. Да, ты только посмотри на эту лужу. Да, мы уже катаемся на ней очень часто, на этом экспериментике, и нам нужно вот отсюда, с этой горки, проехать лужу и доехать до финиша вот сюда, ребята, на наших опупенных машинках, которых у нас 17 штук сегодня, да, ребята. А какие у нас сегодня тачки? Много разных интересных, смотри, Deo Nexia, Lada Granta, спортивная какая-то тачка, еще спортивная тачка, вот такая, УАЗик, потом Мерсик, потом Бэшечка, потом Toyota Камрюха, а потом вот такая Toyota Jeep Wrangler вроде, да. А потом у нас получается вот такая газелька, какая-то странная багги, Брабус, гелик, ё-моё, какой-то жесткий. А потом бэха вот такая, какая-то прям вообще новенькая. А фургончик вот такой, автобус школьный, сумасшедший, безумный, с нагнетателем, какой-то мега скоростной походу, да? И вот такой вот у нас получается грузовик спортивный. Но на самое вкусненькое у нас вот такая вот Лада Приора гигантская на колесах-колючках. Ёшкин дрын. Только посмотри на эти колючки, ё-моё, они реально очень-очень колючие. Короче, ребята, обязательно с вас прямо сейчас за лайкосик. Давайте каждый из вас нажмет на лайк, посмотрим, сколько лайков мы сможем набрать на этом видосике. Скорее подпишись на мой канал, да, ты точно не пожалеешь. И смотри это видео до самого конца. Но мы, ребят, начинаем наш экспериментик. А сначала давай поедем, наверное, на Deo Nexia. Вот такая тачка у нас, Deo Nexia. Так, садимся. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита, кто кушает, ребята, да. Но мы поехали. Ребята, как у нас проедет Deo Nexia, сейчас мы узнаем. Но, ё-моё, она, походу, нифигашеньки не проедет. Да, ребят, она просто взяла и заглохла буквально сразу же. Так, вылезаем. Берем нашу Nexia и кидаем ее вот так вот. Так будет со всеми машинами, которые у нас ничего не проехали. Так, и возвращаемся на исходную позицию, ребят, да. Так, опять забыл телепорт поставить. О, дурак-то, а. Так, ребята, выбираем следующую машинку. Не знаю даже, какую выбрать. Пусть это бот. Фига там за окном у меня какие-то машины гоняют. Так, пусть это бот, допустим, вот такая Toyota Camry. Камрюшечка, да? Так, давай мы ее заценим. О, какой салончик крутой. Вообще нравится Toyota Camry или нет? Вот напиши мне в комментарии. Так, погнали. Погнали, погнали, погнали. Toyota Камрюха! Райлюха на Камрюхе! Бам! Ё-мо, давай! Выезжай! Ё-мо, выехала, что ли? Нет, ребята, заглохла. Ну, ё-моё. Капец, реально взяла просто тачка и заглохла. Ну, ладненько. Toyota Camry, не переживай. Ты зато будешь купаться. Как будто в аквапарке. Представь, что ты в аквапарке, реально, камрюха. Так, давай теперь возьмем мы телепортик опять обратно и возьмем какую-нибудь следующую машинку. Ну, допустим, пусть это будет, пусть это будет. Тут, может, вот такую какую-то гоночку, такая спортивная гонка. УАЗик, не, УАЗик, подожди, потом. Дай вот такую гонку. Ребята, вы вообще пишите в комментарии, как там у вас делишки, как у вас настроение, как погода за окном. Вот у меня погода пасмурная. У меня где-то 4 дня подряд просто дождик идет. Я не знаю, меня он бесит реально. Это дождик, это просто жесть какая-то. Причем ливень реально все улицы просто топит. Капец, это просто жесть. Вот пиши, как у тебя делишки, вот, обязательно. Потому что комментарии я читаю и лайкаю. Так, следующая тачка у нас, ребята. Погнали, такая спортивная, ё-моё. Ну-ка, раз! Ё-моё, ребята! Давай! Ё-моё, походу реально заглохла, ребят, машинка и не проедет. Да, действительно, просто взяла и заглохла тачечка у нас. Так, берем нашу машинку. Где ее взять-то? Во! Купайся! Бам! Нормально искупалась. Блин, какая же тачка до конца-то доедет, друзья? Это, блин, очень хороший вопрос. Может, вот эту тачку, она типа спортивная, но какая-то нифига не спортивная, мне кажется. Как будто сейчас просто возьмет и заглохнет на ровном месте, ребят. Так, ну-ка, давай занимаем позицию. Позишн, позишн. Ну-ка. И погнали! Ё-мо, ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Давай, давай, давай. Выезжай, выезжай. О, да ладно, первая тачка, которая смогла проехать эту гигантскую лужу. Давай, заезжай, еще бы заехала бы, да? Давай, давай, заезжай, заезжай. Ес, ребята, это первая тачка, которая у нас проехала эту лужу. И давай мы ее вот так вот припаркуем. Вот, посмотрите, вот такая она красивенькая, зелененькая. Просто опупительная. Да, ребят, так первая тачка на финише у нас, в принципе, есть. Так, телепортируемся.
И давай посмотрим дальше, ребят. Может быть, затестим вот эту вот, блин, Ладу Гранту. Ты куда бежишь? На Ладу Гранту, говорю, садись. Лада Гранта. Да в Ладу Гранту сядь, ты чё? Дурак? Так, Лада Гранта, все, замечательно. Да, ребят, еще вот огромный хотел бы передать респект и... огромное спасибо зрителям, которые смотрят видосики до самого конца, ничего не пролистут. Ребят, большое вам спасибо. Именно вы продвигаете видосики в топы, и у нас больше просмотров. Да, ребят, вот за это вам огромное вообще спасибо. Вы самые лучшие у меня, знаете это. Вот, ну ладно, погнали на Ладе Гранте. Лада Гранта без гаранта, ё-моё, погнали. Фига она прёт, это чё за гаранта? Да ладно, нифига у неё мощи. Ладно, походу, блин, заглохла. Или не заглохла. Чё? Она не заглохла, она едет дальше, она просто взяла и выехала с этой ямы. О май гад, ребят, это реально? Это реальность или сон? Я не понимаю, что это, блин, было? Две тачки уже на финише у нас, ребята. Просто жесть, ну просто жесть какая-то, блин. Ну ладно, Грань-то, конечно, покрасивше, чем... Вот это вот какашка скоростная, гоночная, хоть и гоночная вот это, блин, но Лада Гранта все равно поприятнее как-то выглядит, я думаю, вы со мной согласны. Так, давай проедем мы, наверное, на BMW, вот на такое, такая вообще BMW, очень сильная, ё-моё, М4, ё-моё, капец, конечно, тачка, просто жесть, вау, ну тут, конечно, да, полный шик. Так, Бэшечка, не подведи, Бэшечка, вот ты вообще за кого, за Бэху или за Мерседеса, ребята? Вот есть два типа людей, BMW и Mercedes. Вот я, наверное, больше за Mercedes. Да, вот, а ты пиши в комментарии обязательно. Ну-ка, погнали. Погнали. Бам! Фига! Ребята, эта тачка вообще... Вы видали, как она проехала? Она просто под водой, блин, пробурила дно, так сказать. Вау! И она, фига, она дрифтовая, что ли? Бам! Ё-моё! Об камни врезался. Фига, царапины сразу. Так, нужно починить. Починить, ё-моё. И давай припаркуем ее вот сюда. Раз. Замечательно. И третья тачка у нас на финише. Сегодня хорошо, прям у нас идет экспериментик. Так, давай проверим мы УАЗик. Первую линию тачек мы почти закончили. И скоро перейдем ко второй линии машин. Так, УАЗичек. Давай, УАЗичек, не подведи. Я уверен, что ты не подведешь. Просто уверен. Уверен. Фига себе. Ребята, вау. Ну это просто супер, конечно. Взял просто и проехал на изи. А назад сможет? А назад сможет, интересно, проехать так же? Ну-ка! Раз! Вообще, смотри, даже не глохнет. Не застревает, не глохнет. Просто как по дороге, реально. Как будто лужа. Вот такие лужи у меня в городе, ребята, реально. Вот такие в городе. После дождика, да. Просто как будто у себя по городу катаюсь на УАЗике, ё-моё. Так, ладненько, разворачиваемся. Возвращаемся, хотя сказать. Разворачиваемся. Четыре тачки на финише. Что-то у нас сегодня прям вообще четко идет. Прям все, я что-то в шоке. Так, ну-ка, проедет ли ДПСовская вот эта Мерседеска? ДПСка Мерседесочка. Так, давай, вау, ну красиво, конечно, мега красиво. Так, давай, погнали, спецрота, ё-моё. Так, давай, 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 топи, топи, топи. Ё-моё, что, не проехала, что ли? Давай, выезжай, 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 выезжай! Ё-моё, ребята! Ой, блин, я что-то думал, что эта тачка проедет, а она просто хочет покупаться у нас. Ну, купайся тогда, я не виноват. Хочешь покупаться? На, иди купайся тогда. Так, ладно, переходим тогда ко второй линии машин. Тут у нас реально звери, ребят. Тут прям зверинец полный. Потому что тут много тачек, которые возьмут и проедут на изи. Мне так кажется. Так, ладно, берем тогда вот эту Тойоту. Получается, да? Land Cruiser, ё-моё, да ведь? Да, Land Cruiser Кханни, ё-моё, V8. Ладно, погнали. Вау, фига она резвенькая. Джипчик вообще такой живчик. Так, давай мы для второй линии машин... усложняем, короче, да. Потому что вторая линия машина, она всегда покруче. Поэтому мы берем все объекты. Все объекты берем и просто опускаем. Нет, опускаем, говорю. Опускаем. Вот так. Вот так вот мы опустим. Мне кажется, вот супер. Да, смотри, какая гигантская просто лужа, блин. И вот так, мне кажется, будет гораздо поинтересней. Да, ребята? У нас же машинки помощнее тут на второй линии тачек, да? Поэтому погнали. Так, давай. Тойота. Тойота Land Cruiser. Ну-ка. Вау. Чего? Куда? Что с ней? Почему она назад поехала? Что? Она назад поехала. Ребята, это какая-то проклятая тачка. Я не хочу на ней кататься. Это подстава. Настоящая подстава. Давай падай. Смотри.
Бам! Фига брызги. Да, ребят, это реально подстава. Полная. Мне вот это вот не понравилось. Сейчас вот это вот движение. Так, тогда берем следующую тачку. Пусть это будет вот такая бэха новенькая. Кстати, у нее такой прикол есть, да? Ты, может, уже знаешь. У нее салона нету. Да, вот такая BMW без салона. Просто какой-то концепт-кар, блин. Я не понимаю. Ну, реально, тачка просто без салона. Это трэш полный. Так, ладно, погнали. На этой BMW-шечке прокатимся. Ё-моё! Бам! Да, ребята. Ну, сегодня как раз-таки у нас экспериментик сложный, да. А когда был несложный? А когда был легкий, ребята? Все, иди купайся. Да, потому что специально усложнили, а то, блин, понимаешь, если бы я не усложнил, то тут все бы тачки проехали, понимаешь? А нужно как-то поинтереснее. Ну, я думаю, все из вас это и так понимают. Так давай вот в этом джипе Wrangler, или, а нет, Rubicon. Джип Rubicon, да, я перепутал немножко. Ну ладно, не суть, пофиг. Вау, он крутой, мне капец как нравится, честно. Я вот много раз говорю про этот джип, про эту марку джип. Ё-моё, джип. Мне капец как нравится эта марка. Вообще, это просто пушка. Офигенная тачка, ну ты посмотри. Так, давай-ка поехали на джипике. Если он еще проедет, я вообще просто в шоке буду. Вау, фига он! Ты куда летишь, говнюк? Нифига себе! Офигеть! Вот это да! Так, давай я эту машинку буду направо ставить, да, вторую линию тачек буду вот сюда парковать. Офигеть, ребята! Просто капец! Просто кирдык, блин, а? Вы это видали? Ё-моё! Он просто взял и пролетел! Вот это я понимаю! Транспорт, блин! Так, ладно. Погнали дальше, теперь возьмем мы вот этот гелик! Не до гелик, не до гоночная багги, не до чё-то там вообще какая-то вообще, блин, махинация, не машина полная. Ну, салончик нормальный. О, там планшетик для пассажира. Чё, мультики, что ли, смотреть? Или Райлюху? Ха! Или Буйволсна? Или Лификса? Непонятно. Погнали. Давай разгон. Фига летит. Ё-моё. Блин, ну, ладно. Блин, а я еще думал то, что сильно большую лужу сейчас усложнил. Смотри, как пролетают, блин. А если бы не усложнил, так вообще бы, блин... Ой, без комментариев. Вторая тачка на финише. Вторая. И уже на второй линии машин у нас вот две тачки. Прикол, да? Две такие одинаковые, как будто близняшки. Так, давай сейчас мы поедем на вот этой газелечке. Русская газель, блин. Сейчас покажет, на что способна. Так, погнали. Садимся. Все, и погнали. Вау, как она тут круто выглядит в салоне. Свое, свое. Сразу видно. Родное, родное. Так, давай, газелечка, покажи, на что способна. Вау! Чего? Вообще настолько просто проехала на изи? На изи, ё-моё, ребята. Это жесть. Это третья тачка. Тут что, все тачки подряд будут проезжать? Тут что, реально будут все тачки подряд проезжать? Ну это как-то, это уже какое-то читерство как будто, ё-моё. А, блин, вот мне кажется, вот это проедет вообще на изи. Вот эти две машины. Сейчас мы фургон затестируем. Фургон, кстати, мега мощный. Тут у него какие-то вообще, смотри... Просто капец какой-то. Так, погнали. Опачки. Давай фургончик покажи, на что способен. Какой-то он мега скоростной. Вау! Нифига! Ребята, он действительно мега скоростной. Тут как бы я не соврал. Реально? Смотри, назад. Смотри. Вау, ну капец. Он развивает такую гигантскую скорость, что я просто в шоке с него. Смотри, еще раз. Назад. Бенч, ё-моё. 5 минут полет нормальный, да, как говорится. Так, ладно, разворачиваемся. Четвертая тачка. А всего у нас, получается, уже проехало сколько машин? 8? Да ну нафиг. Да ладно. Так много уже. Ты помнишь, у нас обычно там по 5, по 6 машин? Ха, нифига себе. Так, давай. Получается, Crazy автобус называется. Безумный автобус. Ну да, такой каскадерский, гоночный. Наверное, он еще и быстрый, да, очень фига. Не, он реально быстрый, пацаны! Он что-то реально какой-то быстрый, а чё как будто в тюрьме сижу, что-то за клетка, блин. Чё за клетка? Так, ладно, погнали. Погнали, топи! Фига! Ё-моё, как его остановить-то? Он летит и летит. Так, нет, только не в эти машины пробили страйк, ё-моё. Офигеть, это капец какой быстрый автобус. Смотри. Ой, я просто перепрыгнул. Ё-моё, просто перепрыгнул. Так, подожди. Смотри, второй раунд. Раз, разворотик. Смотри, бам, просто, ё-моё! Это чё? Это чё такое? И чё он? Ты чё, покупаться решил? Всё, что ли, застрял?
Ребята, я его убил. Я реально убил этот автобус, блин. Так, давай еще раз. Я его сюда поставлю и починю. Все, это нечестно было. Это было реально нечестно. Сейчас мы проедем аккуратненько. Раз. Нормально. Что такое? Вы слышали? Или не слышали? Короче, что-то запиликало в этом автобусе и было немножко стрёмно. Как будто сейчас взорвется просто. Так, я тут немножко, блин, все поломал, ребят. Реально, все поломал. Раз, вот так вот, все. А то, блин, реально там, смотри, что сделал. Ё-моё, немножко гранточку и вот эту гоночную. Да ладно, пофиг. Пофиг, ладно. У нас остается грузовик и вот такая гигантская приора. Так, да, сначала мы на грузовичке. Вау, просто взял, телепортировался в него. Так, ё-моё, мне кажется, вот найдем. Давай я даже гнать не буду, в принципе. Легонечко, поеду вообще легонечко, все. Я отпустил газ, ребята, отпустил. Едет машинка сама. Смотри. Смотри, смотри. Чё, всё, нажимаю газ, выезжаем. Ну, вы сами все видели, это вообще мутант. Вот это реально мутант, просто тачка-мутант. Так, иди-ка сюда. Еще раз. А если с полного газу? Ну-ка, давай-ка, давай-ка. С полной мощности. С полной мощности. Опа-на. Вау. Ну, вы сами как бы все видели. Не буду еще раз ехать. В принципе, это капец как мощно. Так, давай, опачки. Блин, тут, блин, походу еще нужно опускать, потому что, смотри, тут, походу, не хватает, не хватает моей глубины. Давай, опускаем, короче. Вот так вот. Для нашей колючки. Реально, сейчас мы опустим. Так, ТП. И сейчас мы проедем вот на такой машине колючки. Лада Приора гигантская, с гигантскими колючками вместо колес. Вы дождались, ребята, которые до конца досмотрели видос. Почти, да? Ну-ка проверим-ка мы эту Ладу Приору. Ну ты посмотри, как тут круто. Сидим такие в гигантской Приоре и едем на нашем эксперименте. Ёшкин дрын, ёшкин матрёшкин. Так, погнали! Погнали, ребята! Самое интересное, как проедет она? Просто вот воду загребать сейчас. Вау! Ребята, она даже ни разу не остановилась. Чего, блин, ребят? А если задним ходом? Еду задним ходом. 90 км в час. 100 км в час задним ходом. Ё-моё, а если там встать прямо на середине? Во, встал на середине, ребят. Смотри, встал. И еду. И еду дальше. Как? Ребята, это настоящее безумие. Это не машина, а настоящее, блин, безумие. Просто. Вы сами все видели. Во, смотри. Беру. Беру. Вот сюда. Давай. Вот сюда. Раз. И со всей мощи. Бам! Ё-моё, ребята, это было очень круто! Огромное спасибо тебе за просмотр, за лайк, за комментарий, за подписку, ребят. Вы самые лучшие, знаете это. Не пропускайте новые видосики. Ну, а с вами был Ралюха. Удачи! Будем на связи. Пока-пока, ребят.